Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 13 мая на канале ТВЦ состоится показ нового сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень». Детали сюжета пока не разглашаются. Однако можно предположить, что сценаристы не будут сильно отклоняться от придуманных событий в книге, по которой снят сериал Людмилы Мартовой «Февральская сирень», и придуманных событий, и возьмут ее полностью за основу. В романе действие сюжета закручивается вокруг владелицы люксового салона красоты, которым владеет Любовь Молодцова. У нее все складывается хорошо. Бизнес процветает, сын учится на отлично. Девушку окружают верные подруги. И на быт она не жалуется. Но есть одно но. Было бы здорово видеть рядом достойного мужчину. Люба уже давно в разводе, но все еще верит в настоящую любовь. Вся ее налаженная жизнь кардинально меняется, когда она случайно заводит бестолкового лабрадора по кличке Цезарь. Чтобы собака слушалась и не разрушала все вокруг, Любовь решает обратиться к тренеру-кинологу за парочкой уроков для нового члена семьи. Она находит Дмитрия Воронова, который тоже соскучился по душевному теплу и женской заботе. Ради любимой женщины он готов свернуть горы. Все осложняется тем, что собака непростая. За ней охотятся дог-хантеры, а сыну-отличнику грозит смертельная опасность. Показ сериала состоится 13 мая на ТВЦ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!